Он Брахмана. Это. Не только Брахмана, но наилучший из великих святых. Или Брахмариши. Также от тебя. Raja Rishi Parvarat, who are the best of all saintly kings? Кто является наилучшим из всех святых царей? Или Раджарши? О, правитель! Как? Он заслужил. О, ты, кто знаком с религиозными принципами? Убийство. Под отца. Подобно. Сын. Господин, ты полностью знаком со всеми религиозными принципами. Как сын никогда не хочет быть убитым своим отцом, здесь Брахмана, который должен был был защищен своим царем и никогда убит. Как он заслужил быть убитым Раджарши, подобным тебе? Слово «Раджарши» относится к царю, который ведет себя как Риши или святой. Такого царя также называют Нарадева, поскольку он является представителем Верховной Личности Бога, поскольку его обязанность управлять царством и поддерживать брахманическую культуру. Он никогда не желает убить брахмана. Обычно брахмана, женщина, ребенок, старый человек или корова, никогда не считаются быть наказанными. Поэтому жена царя брахмана спрашивает у царя, чтобы он не выполнял эту греховную деятельность. Здесь мы видим, что это только не только убийство брахмана, но еще то, что уничтожают брахмана, съедают его. Очень интересный момент здесь в комментарии про убийство, поскольку обязанности управлять царством и поддерживать брахманическую культуру, это подтверждает, что это предназначение любого правителя поддерживать брахманическую культуру. Как мы только что слышали здесь вчера, у нас был, где перечисляли симптомы брахмана. Он основной тем, что он занимается брахманической деятельностью. Брахман — это значит, это занятие. Это работа, можно так сказать.
Мы не все браманы. Мы надеемся для какого-то момента быть браманическим браманом. У нас есть три обозначения, которые мы должны определять. У нас есть брахманическая культура, у нас есть брахманическое поведение или образ жизни. И также у нас есть браманы, которые... Это как название работы. Это те, которые поддерживают брахманические стандарты, потому что иногда, что становится для нас сложным в нашем обществе, это... Это то, что никто не хочет быть шудрой, когда Прабхупада говорит о варнашраме и о обществе, и о разных уровнях человеческого общества. И иногда шудры — это... Они вписываются не наилучшим образом. И обычно мы не понимаем, что такое происходит, поэтому никто не хочет быть шудрой. Поэтому мы должны понимать, что есть различные... Один из образов, как можно свидетельствовать, мы можем не сами думать об этом, но это не очень разумный образ, потому что, видится, это выделяет нам... Но в каждой главе это упоминается, фактически везде, в каждой книге эта идея, что мы не следуем ашрамам. Вы должны просто вырвать половину книг Шрилы Прабхупады, или просто думать... Возможно, Шрила Прабхупада совершил ошибку все время, повторяя об одном и том же, потому что все это не работает. Для нас это кажется очень странным. Поэтому мы должны рассмотреть другим образом, как можно это должно рассматривать, что на самом деле мы не шудры, мы преданные. Потому что единственная причина быть... Что плохое быть шудром, если вы начинаете отождествлять себя как шудра? Если я, например, занимаюсь обработкой металла, и это делает меня, это счастливым, я начинаю думать, что, например, я лучший футболист во всем мире, и футбол сделает меня очень счастливым и также очень богатым. И это сделает меня счастливым. Но это нет какой разницы, вы богаты или бедные, потому что если я преданный, мое занятие должно... Я должен заниматься обработкой металла, то нет проблем, потому что у вас есть какое-то занятие, какая-то работа, и понятно, что жизнь не может продолжаться, если вы не будете работать, поэтому в обществе должна быть какая-то работа выполняться, и не вся одна эта работа, она брахманическая. Очень много, не так много жертвоприношений проходится, не так много докторов вам нужно, или не так много нужно давать классов. Это не так, что вам будет общество, где будут исключительно браманы, которые будут выполнять эту работу. Поэтому мы должны выполнять то, что необходимо выполнять. Нужны те, кто будет управлять, выполнять какое-то, практически управлять государством. Нужны те, кто будет выполнять работу вашей. И понимать, что урожай он растет и занимается фермами, что занимается бизнесом, что выпускают и раздают все это людям. И также должны быть люди, которые будут выполнять то, что необходимо выполнить. Фактически это 90% работы в обществе. Это просто обычная работа. И это с этим все в порядке, потому что если вы делаете все для Кришны, вы можете делать все, что угодно, нет никакого различия. Например, Кришна, он не впечатлен человеком, у которого есть большой замок, потому что все равно замок уже принадлежит Кришне. Например, вы работаете в чем-то доме, и вы занимаете у него мебель, и вы приглашаете этого человека к себе домой, и его не впечатлите этой мебелью, потому что это уже принадлежит этой мебели ему. Поэтому мы можем быть впечатлены этим, поскольку мы пытаемся быть Богом. И поэтому чем больше мы можем контролировать, наслаждаться в различных уровнях, например, можем либо жить в какой-то там сарае, либо в лучшем доме, или замок, вот теперь вот действительно это что-то значит для меня. Но это наша проблема. Люди, Кришна, он не находится в иллюзии подобно нам. Поэтому мы не должны быть сконцентрированы на самом себе и думать о том, что у нас должно быть какое-то положение в обществе, поскольку это не имеет никакого отношения к сознанию Кришны. Поскольку проблема в том, что
о котором мы очень часто слышим. Например, старшие преданные, они говорят о том, что мы не следуем ведической варнашрама системе, мы преданы им, и мы находимся выше этой системы. Но давайте посмотрим через книги Прабхупады и посмотрим, как он описывает общество. Он описывает это двумя образами. И это варнашрама, и защита браманов и коров, и это общество, и если мы называем себя ИСККОН, и международное общество, общество для сознания Кришны, поэтому как мы не будем следовать варнашраме? Это невозможно. Мы должны думать, как сделать так, чтобы это работало. Мы не можем просто отбросить это в сторону и сказать, Прабхупада, наверное, об этом не говорил, поскольку мы выше этого. Тот, кто выше варнашрамы, они делают это естественно. Что это значит быть выше? Это значит, что вы преданы Бога. И в Бхагавад-гите очень ясно говорится, Кришна, Он сам личность разделил общество на четыре части, и это вечно. Поэтому если вы преданы Богу, почему вы не будете следовать тому, что Он сам лично создал всем вот этим правилам? И его продолжением, в которой существует эта вселенная, вы, естественно, начинаете им следовать. Все, кто находится выше, за пределами варнашрамы, они все равно следуют этому, но они не следуют этому, потому что это правило, они следуют этому, поскольку это Кришна. И поэтому вот это как раз уровень продвинутого преданного. Вместо того, чтобы видеть себя и вселенную, и пытаться связать это с Кришной, вы видите Кришну, и поэтому вы начинаете думать, как это относится ко мне. И это уровень продвинутый, поэтому вам не нужно следовать никаким правилам, потому что вы все равно им следуете. И если вы нарушаете правила, потому что какие-то высшие принципы, вам уже не нужно об этом думать. Например, во второй главе Арджуны возникают сомнения о всей ситуации, которая происходит, она кажется ему противоречивой. Почему ты занимаешь меня? Это в этой войне это не делает никакого понимания, но на самом деле вот эта война, она как раз для любви, потому что во время войны уничтожается очень много плохой кармы просто одним ударом. И можете сказать, что в соответствии с ведической системой должна быть система ненасилия. Но на самом деле то, что кажется насилием, это освобождение. И когда может казаться, что браманы или продвинутые преданные, они не следуют принципам или правилам, это поскольку они следуют более высоким принципам. Если Рупа Госвами не приходит на Мангаларати, не потому что он проспал, поскольку вечером поздно наелся пиццу, но потому что он просто писал поэму о Кришне, забыл, потерялся во времени. Но эта идея, что мы преданные, мы спонтанные, и мы то, и это, я приду, если просто вдруг я почувствую, но это не спонтанное, это на самом деле нелогично. Поэтому мы должны быть очень точны, особенно когда мы на уровне садхаки, мы должны быть очень конкретны, что нужно выполнять. В противном случае все очень становится запутанным, и наш ум неестественно не привлекается. Это то, что значит садхака, это не то, что мы неестественно привлекаемся этой деятельностью. Только на уровне интеллекта мы понимаем, что если мы следуем этому, тогда мы получим освобождение, мы будем более освобождены, чем если мы будем следовать своим умом. Но если мы на том уровне, когда все на уровне интеллекта, а не на уровне привязанности, поэтому мы должны быть очень точны что происходит конкретно, и поэтому должны быть очень осторожны и не начать спекулировать. Именно поэтому описание, которое дано нам Шрила Прабхупада, защита браманов и коров, и как это очень дорого Кришне, и браманы, они поддерживают все эти принципы. И это не значит, что браманы должны быть безупречно чисты. Иногда, как, например, браманы сделают какую-то ошибку, это значит, что он вообще никогда не был браман, он просто представлен. Но, например, если мы читаем браман, то очень много браманов, которые ведут себя, казалось бы, не так. Вот, например, все начинается, что браман повел себя не так. И они делают много ошибок. Но идея вот Вудава-гиты в 11 главе там говорится, в 11 песне, это не то, не о том, чтобы не делать никакие ошибки, это о том, чтобы понимать, что было ошибкой, а что не ошибка. И истинная проблема, которая возникает, когда мы начинаем
думать о том, какие мы ошибки совершаем. Я не следую чему-то очень хорошо, и это не проблема, это не так важно, я просто буду повторять Хари Кришну. Но тогда мы начинаем, у нас возникать проблемы, потому что ум начинает тогда блуждать. То есть это в Бхагавад-гите описано, эти качества ума, как ум начинает беспокоиться, и в 11-й песне также описается, что он подобен коню, который постоянно скачет с одной стороны в другую, он всегда будет болтаться. Но проблема в том, что же вы будете делать по этому поводу, поскольку если вы пытаетесь контролировать, тогда вы не можете это делать, вы не можете контролировать свой ум, он постоянно двигается. Например, орган всегда действует. Это не то, что, например, ваши легкие, они возьмут и перерыв на полчаса, и тогда это возникнет проблема. Таким же образом, это природа ума. И это не проблема сама по себе. Проблема в том, что если вы начинаете контролировать свой ум, тогда ум начинает контролировать вас, и тогда вы начинаете отходить. И если у вас нет вот этих границ ведической культуры, тогда... Чем тогда вы будете контролировать его? Чем будете измерять, если вы не знаете, где граница? Как вы тогда будете знать, пересекли вы это или нет? Хорошо, если вы пересекли... Хорошо, да, бывает, вы совершаете ошибки. Люди совершают ошибки, они постоянно... Если мы начинаем анализировать свой день, каждый день, мы тогда поймем, что половина того, что мы сделали, оно на самом деле получается не так, как мы хотели бы, чтобы это было. Это не проблема, но проблема в том, что вы будете делать по этому поводу. У вас есть три выбора. Один из... Что вы начинаете думать, ну да, я... Это вот проблема президента храма. Это обычно то, на кого мы начинаем жаловаться. Очень часто в обществе преданные начинают... Они постоянно жалуются на него, не знаю, почему так происходит. Но мы определяем, что таким образом это не очень хорошо. Тогда вы просто начинаете отходить, вы начинаете познавать еще и больше, находить больше проблем и находить очень много объяснений, почему вы можете следовать такому стандарту, какому вы должны следовать все другие. Но это не будет хорошо для вас. Но другой момент, например, вы можете упасть на пол, кататься по полу, и выйти и думать, что я такой несчастный, и это так все плохо, и я такой несчастный преданный, я ничего не знаю. И это то же самое, просто негативное. Теперь это все по поводу меня, но теперь я могу получить какое-то внимание от того, что например, от того, что у меня просто очень низкая самооценка, также не очень хорошая. Это также нехорошо, потому что это не удовлетворяет Кришну, но так у нас также есть третий выбор, который просто поправить и то, что мы сделали, и продолжать. Это не так уж и серьезно. Если вы не думаете о том, что это так серьезно, вот тогда это уже серьезно. Но если вы знаете, что это серьезно, тогда это уже не такая проблема. Это в том, что вы можете поправить то, что вы совершили, и продолжать. И вот то, что мы читаем о культуре, которая ведическая культура, она дает нам эти границы для того, чтобы мы могли понимать, правильно ли мы идем или нет. И это проблема современного общества, поскольку у них нет стандартов. Если все кругом демократии, и мы можем делать все, что угодно, и тогда получается все, что угодно, может быть, чем угодно. И мы видим, что это постоянно изменяется, все эти идеи, политическая корректность, она постоянно изменяется. Очень интересная история из моей головы. Я только что вспомнила о ней. Вот Дисней... Компания Disney, она уволила одного из режиссеров, поскольку какое-то время назад он был там либо гомосексуалистом, либо расистом, и они боялись, что что-то из интернета он стал критиковать то ли гомосексуалистов, то ли расистов, и они уволили его, поскольку побоялись, что интернета возникнут какие-то проблемы, их начнут критиковать, поэтому из страха того, что их начнут обвинять, и они уволили. Но что получилось? И на самом деле их стали критиковать за то, что они уволили их, и они стали говорить, вот это было 10 лет назад, кто вообще беспокоится о том, что было 10 лет назад, и на самом деле получилось... Теперь из-за этого интересно возникают проблемы, что бы вы ни делали, все равно будут возникать проблемы. И вы видите, что люди, они постоянно изменяются, у них всегда есть поступить так или по-другому, и... Social anxiety or basically sociopathy.
То есть они не знают, что делать, либо общество, оно станет вас критиковать, либо наоборот хвалить, и тогда вы просто, что получается, вы становитесь парализованными, не знаете, как действовать, либо вы просто становитесь не видеть людей как людьми, вы просто видите как какую-то массу, поэтому... И вы начинаете просто прыгать между этими двумя вариантами в течение даже одного дня, поскольку есть никакого определенного стандарта поведения, как вы можете определить, где вы на самом деле находитесь. Это очень интересная вещь. Она сейчас в Лондоне, я проповедую людьми, и очень интересно, я заметила, вы должны постоянно определять, где они находятся, перед тем, как вы даже начнете разговаривать с ними, потому что вы никогда не знаете, чем вы можете кого-то оскорбить, потому что нет никакого определенного стандарта. Именно поэтому очень важно. Кого-то возникли вопросы по поводу общества, брахманической культуры? Видите, давайте немножко продолжим. Потому что очень... На самом деле это нормально быть шудрой, быть полностью брахманическим. Брахманическое — это состояние ума. Вы можете жить как шудра, но быть полностью брахманическим, но на самом деле нет образа жизни для шудр, поэтому очень важно иметь общество, потому что если, например, сати-югу, вы знаете, фактически не было никакого общества, поскольку все были полностью в гуне благости, и возникал только единственный вопрос. Это мое ведро или твое ведро? Это все, что, потому что ни у кого не было никакой привязанности. Не было много ничего, о чем бы можно было припираться, но сейчас мы в Кали-югу, это очень совсем другая история, поэтому вам нужен кто-то, кто бы поддерживал эти принципы, чтобы наши привязанности нас не накрывали. Кто-то поддерживает все эти четыре уровня общества. И это должно работать, потому что Господь создал это, и Он прекрасно понимает, что Он делает. И вот это распространение менталитета в обществе, это зеркало от того, что необходимо для общества, чтобы оно поддерживалось. Если большая работа менталитета шудр, то поэтому существует большое количество работы для шудр. Но если есть, например, небольшая часть, которые являются двиджами, или те, которые управляют руководители, поэтому тогда начинает все работать хорошо. Но если вы выпускаете на материальное, где мы смотрим это как на энергию Кришны, вместо того, как на Кришну самого, а просто с точки зрения... Но мы понимаем, что энергия Кришны, она имеет ценность только настолько, насколько она связана с Кришной. В противном случае она полностью бесполезна. Но если мы начинаем верить в то, что энергия сама по себе имеет ценность, до того момента, что я могу контролировать эту энергию, и поскольку я ценен по себе, тогда возникает уже полностью другая история. Возникает либо демократия, либо коммунизм. Но мы знаем, что никакая из них не работает, из этих систем не работает очень хорошо. Последние 100 лет это была трагедия для коммунизма. Большое количество людей, несмотря на то, что оно умерло ради этого, но мы видим, как демократия фактически убивает всю планету. И, возможно, что... И тысячи жителей не умирают, поскольку контролируются. И они просто... Но мы видим, что если мы начнем смотреть на все новости, которые возникают сейчас, возникают какие-то кто-то протестует там и возникает там, но то, что происходит, обсуждают это в интернете, но фактически это не так важно, поэтому они создают какие-то неправдивые истории, и поэтому возникает так, что мы даже не можем определить, что правильно, что неправильно. Но то есть получается, что демократия — это хороший образ для того, чтобы поглощать всю планету. Поэтому мы должны принимать, что только система Господа работает, поскольку у нас именно поэтому варнашрама.
И, например, мы знаем, что хорошая система, хорошо, давайте назовем это коммунизм, и есть шудры, которые работают очень хорошо, потом есть ваши, которые руководят ими. И, но для того, чтобы контролировать это, вам необходимы кшатри, которые хорошо понимают принципы дхармы и поддерживают эти принципы. И это... И получается монархия. Но проблема возникает в том, что они находятся в такой глубине страсти, так много желаний контролируют, что они на самом деле начинают все делать для самих себя, и поэтому есть разные образы, как освободиться от этого, например, быть царем, у вас было много, например, жен много, но также у них может быть собрание браманов, которые не привязаны, поскольку они не принимают участие в этом. Поэтому они хорошо могут управлять, и они не попадают под влияние всего того, что происходит, поскольку в мире не существует ничего, что бы они хотели, и никто у них не может ничего забрать, поэтому им необходимости беспокоиться. Они очень чувствуют себя свободно, поэтому существуют эти разные уровни, и все туда включены. И все это работает очень хорошо для нас также, поскольку мы современные люди, мы... Поэтому мы не очень хорошо принимаем авторитет, поэтому сколько нам кажется, что нас ограничивают, когда нас ограничивают вот этим, например, как ваши шудры, нам кажется, что все наши возможности исчезают. А как по поводу моей свободы? Поэтому мы должны понимать, что вначале мы должны понимать наши границы, что существуют всякие разные образы быть шудрой или вайши, но выше этого также мы должны понимать, что если нас что-то забирают, все эти, что нас забирают, забирают то, что все равно уже не работает, поскольку у нас определенная природа, если мы начинаем действовать против этой природы, это все равно не сработает, это не сработает. У нас есть люди, которые казалось бы, живут в свободном мире, которые в течение многих-многих лет пытались заниматься бизнесом, но у них это не сработало, поскольку они не по природе не ваши, возможно, они художники, либо они очень хорошо, например, рисуют, или что там, либо еще. Но поскольку у них нет вот этого менталитета бизнеса, например, я пытался это сам, до того, как я стал преданной, и у меня это не получилось. Я не понимал, почему это происходит. Но если мы понимаем свою природу, тогда все становится для нас намного проще. Не думайте об этом, мы все являемся шудрами. Поскольку любой, кто не является шудрой, они не думают уже так. Вайшья, он слишком занят тем, чтобы делать бизнесом, заниматься. У него нет времени, чтобы думать о том, что он вайшья. А кшатрия слишком занят тем, чтобы все работало правильно. И он даже не имеет времени о том, чтобы думать, как он варный. А браман, он даже не думает. Возможно, он теоретически об этом думает, но он не беспокоится о том. А если мы начинаем, я думаю, в какой же варне я принадлежу, тогда вы точно должны знать, что вы шудра. Но это... прославлено, поскольку вы преданы, для вас это совсем не важно. Во второй песне прославляется шудра. Это очень хороший путь назад к Богу. Вы можете выполнить то, что нужно сделать, и обращайтесь назад к Богу. Вам не нужно беспокоиться о всех конфликтах, как вайши, например. Они получают эту... Что значит эта работа? Это значит обман. Это не можете сказать людям... То есть, если вы скажете людям, почему вы купили это, то никто не захочет платить больше, поэтому ваши, они вынуждены обманывать акшатри. С чем приходится работать? Им постоянно дипломатия, политика, им нужно отправляться на войну постоянно. Кто хочет этим заниматься? Постоянно все жалуются на вас. И кто начинает жаловаться, 95% времени, если кого критикуют, это храмовые президенты, так ведь? Почему вы хотели бы быть президентом? И брахманы, если вы...
Если вы по природе не брахман, для вас это очень скучно. Вы постоянно должны читать 6 часов в день. Хотите ли вы это делать, если вы преданные? Вы уже выше всего этого. Почему просто не быть шудрой? И у вас будет хорошая жизнь, вы просто отправитесь назад Богу, и все, хариба. Но вот эта идея, что нет, на самом деле мы не должны следовать, вот этого не нужно делать, мы не должны этого делать. Это то, что мы видим, постоянно повторяется в Исконе. Мы постоянно кого-то прославляем, прославляем. И мы постоянно говорим, прославляем то, что нам... Прославляем за то, что идет, но если, например, что-то не получаем, говорим, ну все, просто не беспокойтесь об этом. Например, если что-то не так, и, например, Прабхупада очень давно написал, в то время это было важно, сейчас это нет, например, если Прабхупада посмеется это в книге, значит, это важно. Или утренние прогулки, это было в какой-то определенной ситуации, для какого-то определенного преданного, поэтому мы можем к его беседам относиться немножко по-другому. Например, Прабхупада на утренней прогулке, это не так, что с кем-то он общается, это не так, что это подойдет каждому преданному, поскольку у него может быть какая-то определенная ситуация, но если это в Бхагаватам или в Бхагавадгите, то значит, это важно. Это не то, что... Мы можем сказать, что Прабхупада, наверное, этого не имел в виду. Нет, Шрила Прабхупада очень конкретно говорил. Давайте... Про Искона интернационально, значит, трансцендентно, это значит неограничено, это наше самбанда общество, это значит варнашрама, это так мы должны себя определять, это значит, как мы должны действовать для сознания Кришны. Это прайоджана, это наша цель, это то, куда мы отправляемся. Шрила Прабхупада не просто выдумал это. Если вы хотите анализировать, вы видите, что все следует ведическим принципам. И эта идея, что это не так, что мы можем поменять что-то. Нет, вы не можете поменять, это значит, вы не можете... У вас нет достаточного образования, чтобы изменять. Если это присутствует здесь, значит, это важно. Давайте пройдем через Бхагавату, и можешь найти какую-нибудь в главе, где Шрила Прабхупада не говорил бы о варнашраме. Это фактически невозможно. Это варнашрама, она везде, эта идея, что мы не будем следовать варнашраме. Это глупая идея. И неважно, сколько вы слушали об этом, мы должны сделать так, чтобы это работало. Это то, что брахмана делает. Брахмана не может выделить самое важное. Если вы видите какое-то противоречие, вы можете найти и определить, если вы шудра или не шудра, если вы по деятельности или по отождествлению, это не то, что это не так. Вы на самом деле выше. Не беспокойтесь об этом. Вы не богатый, вы не бедный, если у вас есть работа. Но ваша работа — это занятие шудры. Это потому что это 90% того, что необходимо выполнять. И это наиболее простой и великолепный образ быть преданным, поскольку все эти движения их постоянно отвлекают. И, например, если у вас есть машина, и вы едете на этой машине, конечно, в Индии, конечно, не сказать, что это хороший пример, что не вы пойдете в аварию, например, в Европе. Смотрите, представьте, что вы в Европе, и вы едете на машине. Какой высок ли риск того, что вы врежетесь? Нет, это не очень высокий. Например, мои родители ездят уже 50 лет, у них ни разу не было аварии. А если, например, у вас скоростная машина? Они попадают в аварию несколько раз в году. И если вы не хотите попасть в аварию, тогда не ездите на скоростных машинах. Конечно, эти чемпионы, они получают славу, там шампанское, очень много внимания, но они постоянно подталкивают себя, и вот вы постоянно подталкиваете себя. И в этот момент, когда вы начинаете рисковать упасть, если у вас есть война, это значит, вы идете впереди своей войны, впереди армии. Эти краты — это очень рискованное положение. Конечно, все сейчас эти генералы, они сидят где-нибудь там в бункере и связаны с интернетом. Но если вы подталкиваете себя вперед в обществе, и вы тогда попадаете под риск, что вы пойдете вниз, поскольку вы сталкиваетесь с большим напором энергии. И это мы понимаем, что эта энергия, она выше нас, и вся идея, что мы хотим быть вайшами или хотим быть могущественными, богатыми. Но давайте посмотрим на этих людей в этом обществе. В современном обществе все богатые и могущественные люди. Они все невротики. Например, шудры.
Например, смотрите, вот эти актеры в Голливуде, 15 минут они прославлены, а потом они сразу начинают принимать наркотики, и фактически никого из них нормальных людей нет. Большинство количество людей, они просто становятся ненормальными. Кстати, выходите из двери, сразу 20 камер на вас. Это очень сильное давление. И это не важно, что вы делали бы. Все, что бы вы ни делали, у каждого есть свое какое-то мнение, и это не очень-то уж интересно. И, например, живете естественной жизнью в своей семье. Это то, что как было создано Господом, очень сбалансировано, это очень спокойно, и вы возвращаетесь назад к Богу. Вы очень много говорили о варнашраме. Шрила Прабхупада, когда он последний день во Вриндаване, он говорил, что 50. Он очень много говорил о варнашраме, и видим, что в Исконе мы постоянно говорим о философии, распространении книг и других проектах, но система варнашрамы. Всего лишь несколько человек говорит об этом. И я думаю, это потому, что это... Значит ли это, что мы не готовы для варнашрамы, или поскольку проповедуют недостаточно? Во-первых, вы, как вы уже говорили, очень часто мы говорим о философии, но варнашрама — это философия, которую используют. Это значит, то, что вы знаете о философии, вы используете это в своей жизни. Это не просто какая-то слова, которые вы используете, готовы мы или не готовы. Возможно, может, да, может, нет. Но возникают две проблемы. Это первое, то, что она, мы ее не понимаем очень часто, когда мы говорим о варнашраме. Это очень часто понимают, что это ферма и корова. Но это всего лишь одна половина этой варны. А даже одна четверть этого, даже одна восьмая — это ваши. А половина из этих ваш, даже из этих ваш — это фермеры. Всего лишь это 16-я часть варнашрама. Но мы думаем о том, что вот это коровы и ферма — это все. Но на самом деле варнашрама — это все в обществе. И все это является варнашрамой. Мы должны понимать это. Это не только... И то, что мы хотим использовать или нет, Кришна говорит об этом в 4 главе Бхагавад-гиты. Он сделал эту систему, и эта система, она вечна. Это не так, что у нас нет есть выбора. Это одна из вещей, которую я очень часто слышу в Лондоне. Мы не можем использовать его нашему, поскольку это в Лондоне слишком хаотично, и люди так много страдают, так, это так все занято, но на самом деле все наоборот, вы страдаете и слишком заняты, потому что вы не следуете варнашраме. Вы, получается, тележку ставите впереди лошади. Когда я исполню все свои материальные желания, тогда я займусь варнашрамой, это никогда не сработает, потому что все это работает наоборот. Если вы хотите быть спокойны, вы должны следовать варнашраме. Не думайте о том, следуют другие люди или нет. Работайте над этим сами. Например, один из примеров. Например, есть принципы для каждой варны. Шудры — это смирение. Просто выполняйте свои обязанности. И ваши — это милосердие, и кшатри — это защита, а брахмана — это непривязанность. Если вы любой из этой варни, и вы будете просто использовать этот принцип, всем вам будет, вы будете нравиться всему. Например, кто вы с работы, и вы шудра, если вы не слишком горды, не жалуетесь об этом, вы работаете хорошо, и вы нравитесь людям. Если вы бизнесмены, и у вас вы зарабатываете очень много, вы отдаете как пожертвование, и никому не начинает жаловаться на то, что вы зарабатываете много денег. Например, если вы занимаете
Но если... Например, если вы положение к кшатри, и вы хотите, чтобы люди были защищены, вы начинаете говорить об этом, и они начинают тогда думать о том, что занимаете какое положение, они думают о том, что их защищают. Например, если вы... Например, брахмана, и едете на какой-то на Феррари, и все начнут думать, это очень странно, но если вы живете очень просто, то никто не будет жаловаться на это, вы просто говорите вот, что написано, и не то, что вы хотите, но поэтому, если начинать следовать этим принципам, и совершенно не важно, знают люди о варнашаме, нет, они начинают уважать вас, и вы достигнете успеха, варнашама работают. Люди знают об этом или не знают, и вы должны следовать, нравится вам это или не нравится. Либо вы будете хорошо это хорошо и получить хороший результат, либо не следовать этому, и тогда будет возникать проблема. На самом деле это мы должны понимать, что она всегда присутствует. Например, никто же не говорит о гравитации. Будет, например, хорошо, если бы мы просто летали по воздуху, да. Но гравитация, она просто есть. Вы должны идти по земле. Это закон Кришны. Вы не начинаем что-то улучшать и жаловаться, но это присутствует, мы знаем об этом и понимаем это, и это работает. Даже если вы не знаете об этом, это все равно действует, это все работает. Это, например, вы выполняете какие-то упражнения, и вам не нужно понимать, как мускулы работают, но это работает. Например, просто Кали-юга нам не нравится. Никакие авторитеты, поскольку мы сами хотим быть авторитетами, поэтому, когда существуют какие-то границы, которые... Это даже выше какого-либо объяснения, и нам, естественно, нам не нравится, нам кажется, что нас ограничивают, но, как мы говорили же об этом, что на самом деле, чем нас ограничивают, нас ограничивают от того, что все равно уже не работает. Например, вот эти все... есть всякие шоу, где показывают таланты. И там вы видите, что очень много людей встают в очередь для того, чтобы выйти на этом шоу. Но вы видите, что 95% на самом деле даже не должны выходить на эту сцену. Мы смотрим, потому что это просто смешно, как люди выступают, но на самом деле они должны выступать. Но представьте, сколько времени они потратили на то, чтобы стать поэтом или певцом. Но на самом деле все видят сразу же, что на самом деле это все равно не сработает и не получится. И в этом проблема, что на самом деле в этом так называемом свободном обществе, что все люди бегают кругом со всеми сумасшедшими идеями для того, чтобы быть каким-то популярным там, или богатым, и они тратят просто свою жизнь на то, что все равно не будет работать. Именно поэтому существует варнашрама, которая дает вам свободу, не забирает вас ее. И вот эти две проблемы, одна из них, потому что мы не знаем, что такое варнашрама, а вторая, что нам просто не нравится это. Потому что когда вы начали бояться, что... Вы боитесь того, что вы не понимаете. Поэтому страх на самом деле ограничит вас очень сильно. И ну, когда вы просто уделите внимание на то, чтобы понять, что это такое, тогда это уже не начинает вас пугать. И поэтому как, например, начнем с образования. Как вы можете получить образование через брахманическое общество? Если у вас нет этого, сколько из преданных на самом деле читает книги Шрилы Прабхупады? Старшие преданные, например, очень часто говорят о том, что на самом деле даже они не читают. И вот это проблема. И... Okay.